Друзья, 22:16. Мы только управились. Вам покажу время. Ловись, фокус. 22:16. Не хочет оно фокус на время, даже остановилось. Собирали чемоданы. Мы думали, блин, это так быстро, легко. На самом деле это нифига не легко. Пол чемодана у меня там обувь немного. Здесь вот эти вот штуки. У мамы тоже, мама просто уже закрыли чемодан. В ручной клади вещи, там купальники, вещи, которые можем сразу одеть. Это чехол на чемодан. Сюда еще пойдут какая-то обувь. В общем, у меня уже мозги не соображают. Мы уезжаем в Киев уже завтра. То бишь, наверное, когда вы смотрите видео, честно, не знаю, когда что буду выкладывать. Это, кстати, мама на кровать. Не знаю, что когда буду выкладывать, честно. Даже себе пока не представляю. Но, тем не менее, постараюсь для вас. Я надеюсь, вы мне поможете. Вы будете активными, ставить какие-то реакции, писать комментарии. Я буду очень, очень этому рада. Честно говоря, уже так подустали немного вместе с мамой. На ванной я сделала ей релакс-процедуры на сегодня. А я вот это смотрю и думаю. Кстати, кто будет там писать про большие чемоданы, мне в этот раз тоже писали, но других у меня нет. У меня есть только такие, они подходят по габаритам нормально. То есть все хорошо. Я что-то думала, что он у меня будет забит полностью, но он полностью не забит. Это дает возможность хотя бы что-то вот взвесить. Кстати, его надо взвесить. Дает возможность что-то привезти с Египта. Хотя хочу еще похвастаться, мне мама чехол такой подарила. У нее для ее телефона был, я свой угекала. У меня сегодня все валится с рук. В общем, это только рассказывать. Мы будем ехать непростым транспортом. Тоже уже дальше буду показывать. Сори, заикаюсь, иду отдыхать. Всем спокойной ночи. Может, у кого-то утро, тому доброе утро. Доброе утро. Сегодня примерзла, прям скользко идти, как дрифт. Не знаешь, где идти. Надо на коньки становиться. Будем учиться с вами. У нас такая зима непредсказуемая. Всем еще раз доброе утро. В общем, вроде все собираешь, вроде все есть, а все равно пришлось в Еву выйти. В Еву, в магазин, короче, вылазит новые подробности, что еще нужно. В общем, вроде уже все почти собрали. Я почти ночь не спала, я понимала, что надо поспать, потому что впереди дорога. 8 часов в Киев, потом 9 часов сидеть в аэропорту, потом 4 часа еще лететь в Египет. Я не знаю, может быть, я просто, ну, как бы распереживалась, поэтому и спать не могла нормально. Но утром пока бодрячку. Как будет дальше, буду вам рассказывать. Не очень удобно лететь с Киева. Что нужно всегда учитывать фактор времени. У нас уже 3 раза переменяли вылет. Поэтому должно быть что-то интересное. Любое приключение интересно, просто время, которое будет тянуться очень медленно, неприятно. У нас еще дождь пошел. Надеюсь, погода на дороге будет нормальной. Друзья, мы уже приехали на автовокзал. У нас вот эти 2 чемодана. Здесь еда, сумочка одна моя тут с телефонами, со всеми остальными. И маленький наш малыш. Вот. Мы уже с мамой где-то запланировали, что мы привезем с Египта. Нас будет сегодня обслуживать компания Ecolines. Это офигенные автобусы с резетками, с туалетом, с кофе можно попить, Wi-Fi есть всю дорогу, все 8 часов. Поэтому я искренне рекомендую. Никто мне рекламу еще не сделал. Этот автобус сам не поехал. Автолюкс, по-моему, называется. Да, Автолюкс, Ecolines. Наверное, вот он. Смотрите, какой он офигенный красавчик. Да. Симпатичный. А, нет, это Запорожье Киев. Ну, может, и наш подъедет позже. Он, видите, вот такой высокий. Вот. Сейчас жду маму, она отошла. Что я все это сама не запру. И наше путешествие начнется. Мало, наверное, по дороге снимаю, потому что неудобно все вместе тащить, нести. Вот. Они ездят по Украине. Вот карта Украины. И не только по Украине. Очень удобно.
комфортно. А, наверное, это, потому что написано Запорожье, Киев, Днепро, Кам'янське, Кременчук, Борисполь, аэропорт. Вот люди уже заходят. Мы уже сели в автобус, потом тронемся, потому что сейчас неудобно идти в туалет. Потом тронемся, я вам, может, и туалет покажу. Тут вот такие вот планшеты. Коснись экран. Тут же можно даже на зарядку поставить телефон потом. Просто провод засунешь. Тут сюда наушники. Коснись экран. Да. Ой, я что-то нажала. Ой, я как... Не-не-не-не-не. Назад, назад. Вот, фильмы, музыка, книги, интернет. А если в интернете ввести, кто-то уже Apollo вводил, а я введу YouTube Go. А я не знаю, я без... а я и не одевалась. Go. Сейчас посмотрим. Угу. Нет, в автобусе, наверное. Не хочет, в общем, пока крутить, но вы поняли. Меню, фильмы. Вот, видишь, можно выбирать. Путь домой, помнишь, по этому шоу? По кинотеатру. Тихое место. После Аладдин. Чужой, это ужастик. А, тут еще можно выбирать жанры. Семейные. Тут много, кстати, смотри. Семейные. Ой, мультик, вот это Гринч классно. Писал. Да. Так ребенку дал, знаешь, если... вот это классно, я хочу посмотреть. Это мультик. Ну, не совсем мультик, мультфильмы есть, вот видите. Мультфильмы, кстати, гораздо... Ой, а помнишь про вот этого? Ой, все, ребята, я буду фильмы смотреть. Музыка есть. Можно музыку, кстати, слушать тоже. Но только в наушниках. Меню. Книги можно почитать. Мне не нравится, что у тебя он вот так под наклоном. Ну, трошки вот так опустишь. Так, меню. Игры есть. Это сейчас. Один человек может опустить, тебе тоже. Не опустишь. Не подсказывай. Ты себе тоже хочешь? А у тебя тоже она опущена. У тебя она не поднята. Есть судоку. Есть типа пазлы. А если пазлы? 100% зарядка. Это планшет обычный. Просто встроили. А як они заряжаются? Як заряжаю. Ну, может, там что, встроенный какой-то механизм. Ну, вот как будто включена зарядка, видишь? Ну, как-то они к этому же подключены. Инструкция, в общем, есть все. Пожалуйста. Ну, пока нормально. Да нету. Ты уже сильно много хочешь. Тут есть кондиционер на лето. И все. Да. Нам, кстати, наклеили сейчас. Я хочу тебе сказать. Там есть штрих-коды, видишь, оно не пикал штрих-коды, он просто места посмотрел и все, и наклеил такие наклейки, уже я такая страшно красиво, у нас погода. А, тут наверх вещи, тут она же шляп принимается. Наверх он вещи. Ну, если я потом встану, я оно открывается. Не, ну встань, попробуй, я открываю. Я тебя покусаю. Ну, у нас никто не открывал. Давай им туда запхнем. А тут, ну я же большой дух, а я боюсь, не верну. Он уже ручкой есть. Там нема ручки, и люди открывают. Я не знаю. Может, на него нажать надо, и оно откроется, типа? Сейчас попробуем. Не знаю. Я как оно открывается. Ну, оно должно вот так ходить. Поднялось. Допросилась, да? Да. Смотри, а это что там такое? Может, там то ли? Может, мне кажется, впереди навряд ли. Это не может быть. Оно может быть впереди. А где, так там ВИСИ хотя бы было написано. Мы будем сейчас разбираться. Смотри. Ну что, обман зрения. Ну, я думаю, что кто-то из людей по-любому пойдет. Походу, первая я пойду. Все, друзья, мы выезжаем. Погода за окном такая грустненькая, но совсем скоро мы будем в лете.
Осталось лишь чуть-чуть подождать. Тут интернет что-то на телефоне прекрасно ловит, тут не ловит, поэтому тут я сейчас посмотрю какой-то фигмец, а интернетом воспользуюсь потом попозже. Вот, может, немножко вам видео смонтирую, но еще я хочу уже полноценную картину. На улице, думаю, быстро потемнеет, но какие-то пейзажи, если получится, то покажу. Приятного нам путешествия.